В этом году в музеях самая настоящая ночь. И чем примечателен Национальный музей? Сегодня он будет работать до 4 часов утра. Единственный, кстати, в республике. В эту ночь можно не только прогуляться по музеям, но и поучаствовать в их мероприятиях. Например, сесть за станок 19 века. И поможете мне? Да, нажимаем на левую педаль. Нажимаем, сильнее, сильнее. О, это не так просто. Вот, кто сегодня не занимался фитнесом, добро пожаловать в Национальный музей за ткацкий станок. Посидеть за станком до 11 часов ночи, а увидеть все остальное до рассвета. Нацмузей впервые пошел на эксперимент со временем. 12-й Международный день музеев станет по-настоящему долгим. Многие музеи проводят уже эту акцию. Почему она ночь, собственно говоря? Мы должны работать ночью. Заход к ночи с музыкой. Более 30 коллективов отыграют на площади 1 мая перед входом в Кремль. Самое вкусное вообще просто с 6 до 12 часов, потому что коллективы каждый по-особому индивидуален и специфичен. Мне кажется, стоит прийти прямо в 6 часов и никуда не уходить. Совсем рядом развернули и ярмарку «Ночь музеев». Это еще и «Ночь товаров хендмейд». Не меньше 20 мастеров сегодня показывают, на что способны их руки и умение торговать. В принципе, эта книга очень хороша, как я считаю. А вы заплатили уже? Да. А давайте в честь «Ночи музея» еще дешевле. А давайте в честь ночи я вам подарю книжку, чтобы вы знали все о Вселенной. Не зря пришла на «Ночь музеев». Спасибо. Всегда только для людей. Куда сегодня однозначно? Не знаю, пока вот не знаем, где у вас музей здесь. Автобус отправляется в путешествие по 3 музеям наших филиалов. Музей Горького, музей Бородинского, музей Ленина. Специальный автобус как раз для тех, кто не знал, в какой музей сегодня заглянуть. Кто не успел на спецмаршрут, музеи ждут у себя до полуночи. Для некоторых экспонатов и помещений мало. Это выставка ретромобилей под Кремлем. Первомайская площадка станет самой популярной этой ночью. Поддержали ночь в музее и футболисты. Мастер-класс по фристайлу буквально под нацмузеем. Пускай ночь в музее будет такой же увлекательной, как и настоящий пионер футбола. Альбина Минибаева, Данил Филатов, Марат Зайдулин, ТНВ. Казань.